Буквально 5 минут назад, дорогие друзья, к нам в студию пришла ужасная новость о нашей любимой певице Лайме Вайкуле. Многие ходят на ее концерты и слушают ее песнями, так как являются большими поклонниками и фанатами данной певицы. Мы были шокированы, когда узнали эту новость. Об этом мало кто знает, но скоро об этом узнает вся страна. Сегодня нам стало известно из одного из источников шоу-бизнеса о том, что буквально пару дней назад российские врачи обнаружили у Лаймы Вайкуле страшное заболевание. На данный момент информации пока мало. Об этом никому не говорят. Да и сама певица на данный момент это все скрывает. Какое именно заболевание, также пока неизвестно. Известно только то, что певица на данный момент уже отказывается от съемок и участия в концертах. Также, по слухам, нам стало известно, что певица Лайма Вайкуле собирается уезжать за границу, чтобы начинать лечение, так как лечение в России на данный момент невозможно. Ну что ж, давайте, друзья, поддержим Лайму Вайкуле. Будем надеяться, что с нашей любимой певицей все будет хорошо. Будем надеяться, что врачи ее вылечат, и она вернется домой. Поддержите, друзья, нас. Поддержите наш канал и ту работу, которую мы делаем для вас. Будьте рядом, друзья. До скорых встреч на нашем YouTube-канале.